Первые космонавты уже готовы. В темноте моей маяк, самая яркая моя, самая светлая моя, я люблю тебя. Чертовски холодно. Самая ясная моя, самая летняя моя, я люблю тебя. Сейчас, знаете, идет команда, девочки думали, что они снимаются. Это очень классно, мне кажется. Среди планет, стихов и песен я рад, что я тебя нашел. Тебе со мною интересно, а мне с тобою хорошо. Мне хорошо, когда ты рядом, в твоих глазах моя душа, когда тебя встречаю взгляд. Девчонки, вы готовы? Мы готовы, а вы готовы? Сейчас Олеся даст команду, подождите. Все а сам делаешь, все сам. Моя звезда на небосклоне, мой невозможный идеал. Давай в любви с тобой утонем. Тебя во сне я загадал. Самое главное, когда снимаешь клип, правильный антураж. А там не видно самого главного. А что самое главное? Вот оно самое главное. Как я люблю свою работу. И каждый раз с тобой прощаюсь, я забываю про покой. Я мы снимаем клип «Маяк». Наш съемочный день идет уже, час, наверное, 11-й. Наша крыша, небо золотое, это же, конечно, отражатель. Это же, конечно, отражатель. Ла-л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 а
яркая моя, самая светлая моя, я люблю тебя. В темноте моей заря, самая ясная моя, самая летняя моя, я люблю. Очевидный плюс этого клипа в том, что я узнал офигенное количество красивых точек в Крыму. Олеся. Ух ты! Веришь в чудеса. Ребят, свет, сейчас все уже. Ну, все. Я вот вообще, это как бы все уже. Нежная, как сон, неуловимые места. Пойми, любовь нельзя измерить или взвесить. Как остановить неумолимых ход часов, чтобы всегда, всегда с тобой были вместе. Поехали, маяк, поехали. Жизнь так хороша, на улице плюс 10. Ну вот посмотри, вот так. Олеся! Сейчас получше, давайте снимаем. Где еще коньяк? Давайте, мы готовы. В темноте моей маяк, самая яркая моя, самая светлая моя, я люблю тебя. Тема и заря, самая ясная моя, самая летняя моя, я люблю тебя.